Всем привет, друзья! Это Рустам, Лимон и Вероника, Русики Family Vlog. Честно, у нас были сложные денечки. У Леона режутся зубы. Уже вылез за два, на подходе вроде бы как третий. Это температура, боли в животе, бессонница, немножко, знаете, такое как бы, ну, усталость, поэтому он чуть-чуть капризничает, часто на руках сидит. Вот. Но ничего, мне кажется, мы уже справились, уже это идет на спад. Я более-менее позитивная, мы даже с Русиком выспались в какой-то момент. То есть это началось с понедельника. Что типа такого, у нас сейчас конец недели. Я разбита. Я по квартире не хожу, а еле передвигаюсь. Вот так вот. Я не могу убраться. Я не могу погладить. Это хорошо, слава богу, бабушки помогают. Вот. Я еле-еле. Вчера я должна была убрать квартиру, приготовить кушать, там еще в поликлинику позвонить, то все. Я смогла только помыть посуду и приготовить кушать. У меня нет сил, я просто, ну, вообще, как выжатый лимон. Сегодня чуть-чуть полегче, но тоже вот такая вялая, хожу. У меня у племяшки в день рождения, поэтому я заказала, сделала подарок, ну, купила. А стилус она очень сильно хотела, но у нас очень такая творческая. Знаете, дети сейчас очень интересны. Все вот переживают то, что вот они сидят в телефонах и так далее, знаете. Ну, мы в том числе, это то же самое говорим ребенку, ну, племяшке, да. Но оказывается, нам учительница позвонила и говорит, знаете, у нас была тема, учительница английского, и говорит, у нас была тема программирования. Я не знаю, что там у нее за уроки на английском, ну ладно. И она все термины знает. Сложные термины программирования. Откуда ребенок это знает? Непонятно. Она умеет, сама где-то как-то научилась какие-то там аниме рисовать. Что-то такое, знаете, и поэтому вот я хочу ее немножко... Она давно мечтала о стилусе, честно, по-моему, мы снимали видео летом, и она, мы с Русикой, помните, гадали, мы с племяшкой были и говорим, она говорит, я хочу стилус, а Русик говорит, что это такое? Я говорю, ну как, что это такое, ну что ты не знаешь, что это такое, и мы с ним, помните, разговаривали, это прям видео есть, и я подумала, надо ей на день рождения его все-таки купить. Заказала на Каспи. У меня, кстати, есть графический планшет. Мне очень нравилось рисовать. Я делала портреты. Но у меня очень слабый компьютер. То есть у меня офигенный графический планшет. Со стилусом и так далее. Такой вот... Ну, планшетики не без экрана, имеется в виду. Ему нужно подсоединить к компьютеру. Но у меня не тянет компьютер, он не тянет у меня фотошопа, там, ну, без фотошопа, ну, как, да? И я это забросила дело. Очень обидно, мне дарил Рустам на Новый год. Это было, по-моему, 2 года назад, был очень крутой подарок, я прям засиживалась допоздна, прям это рисовала, это было очень круто. Вы знаете, я прям вспоминаю это время, да, очень классно. Всегда, знаете, хорошо, когда есть техника, например, или какой-то ход. То же самое, вот как у меня швейная машинка. Я прям кайфовала от нее, когда вот, ну, была беременна, я много что шила Леончику, да, себе, очень много, ну, как бы шила, да. И она стояла вот полгода, пока Леончик родился. Сейчас весна, знаете, наоборот, такое воодушевление, вдохновение. И я с Русиком буквально вчера разговаривала, говорю, Русик, что-то я хочу, наверное, опять шить. Он говорит, ну давай. Я говорю, ну давай, давай. А что я сижу? Что я сижу? Я же уже могу. Вот, и я уже присматриваю различные модели. Хочу кое-что сшить нам. Думаю, может быть, костюмы. Family look такой сделать. Ну, не знаю, но мне очень это нравится. А плюс, мне кажется, Леончик уже повзрослел, я ему меньше нужна в плане рук, сисюканье, вот. Ему уже интересно на полу ползать и так далее, поэтому можно уже вспоминать о своих хобби. И да, да, кстати, мы начали ходить на йогу, ура! Мы с Рыском начали ходить на йогу, мне помогает его мама, сидит с Леончиком часик. Мы ходим на йогу, офигенная преподавательница, преподаватель,
разумеется. Ну да, правильно. Вот. Что-то я, конечно, заболталась, но просто столько новостей. Меня давно не было вообще, кстати, на YouTube, потому что с Ромчиком тут надо было разбираться. Это усталость, неохота как-то снимать, как будто такое, вы знаете, бывает, мне кажется, просто бывает такой еще момент выгорания в плане, что много бытовых вопросов, и на творчество просто нет времени. Я иногда выходила в Инстаграм, кстати, подписывайтесь, потому что там я бываю намного чаще, там больше Леончика, больше немножко такой нашей закадровой жизни. Я говорила в Инстаграме и скажу здесь, если кому-то нужен массажист детям до года, это условие массажистки, я поделюсь контактами, пишите мне в Инстаграм. Просто мы прошли 10 дней, и я могу с точностью сказать, у нас есть результат. Она также всегда мне писала, переживала, говорила, что как Леончик, прям вообще не в конце, вы не поверите. Он ее обнимал, она говорит, да Леончик, не надо так меня обнимать, я же скучать буду. Ну, в общем, они законнектились, мне это очень понравилось, и это вообще на самом деле все сложно, дети же это, знаете, такое, они все чувствуют, они чувствуют энергетику. И то, что они так законнектились, мне очень понравилось. Поэтому нам нужно еще раз просто повторить массажик через полтора месяца. И я ее сразу, я сказала, так, через полтора месяца вы у нас, все. Вы там как хотите, в график нас выносите. Потому что, ну, очередь, действительно очередь. И цены, знаете, космос у многих. Я смотрю, вы что, гоните иногда? Ну, я когда искала, они мне прайсы скидывают. Я такая, вы что? Сдурели что ли? Ну правда, ну не серьезно, вообще не серьезно. Она вот хорошая такой средней цены. Так что вот, заболталась, рассказала, наверное, выговорилась, потому что меня действительно давно не было на YouTube. Но я думаю, что я постепенно-постепенно буду возвращаться, посмотрим по Леончику. И будем, наверное, с ним тоже кайфовать. Мне надо сделать ему фотосессию. Я мать года, по версии Русики и Фэмили, да, фотосессию на 5 месяцев я сделала 20 числа, у него день рождения 22-го. Ну, то есть, я-то успела, ему уже 5 было, ну, как бы так, поэтому я в 6 месяцев хочу немножко пораньше сделать, но у меня нет идей, то есть, как бы у меня есть, я хочу купить лимоны, скорее всего, надо подумать. На такой позитивной ноте пойдемте делать дела. Так, ну что, заказик? Распаковка чек. Вообще там должно быть в коробке все. Хорошо. Для подарка не чисто, знаете, какой-то дешевый пакетик. Я хотела на Вайбрис, кстати, заказать стилус такой же, но не успела. Вот так вот он выглядит. Кстати, вот коробка классная, действительно, подарок. Вот, единственный момент, здесь какая-то пластмассовая такая штучка, якобы, чтобы не царапать экран. Ну, я не знаю, насколько это удобно, честно говоря. У меня просто стилус моего планшета, он без вот такой вот пластмасски. И он подходит вообще на все. Выбрали мы вот такой вот такой цвет графита. Был еще, по-моему, черный. Made in China. Тут написано, кстати, черный, но мы вроде бы графит заказывали. А, тут еще вот две дополнительные осадки. Фирма называется Joy Room. Сейчас проверим. Это что такое? А, этой штучкой, вроде говоря, тоже можно пользоваться на магните. У меня даже вот по моему телефону все работает, все классно, ручка легкая, в принципе, удобно. Я вот левша, племяшка тоже левша, то удобно. Вот, еще что, классно, мне бонусы пришли, 10%. Вот это плюс. Я прям обрадовалась, классно. Пианино. Матрешка, или как это называется, да? Куча-куча игрушек, но нет. Нам нравится тапочек, пакетики. Да, Леон? Нет! Нет, главное, не кушай, пожалуйста. Кстати, купили вот такой вот шлем ему, чтобы, когда он переворачивался с живота на спину, вы его не ударялись. Просто у нас было одно время,
он прям вот, у него была такая активность, прям переворачивался часто. И головой, конечно, ну, больно. Вот его, чтобы защитить, купили вот такой шлем. А, все, надо мыть руки. Я вот так все равно придерживаю, чтобы он ненароком на себя ее не дернул. Но познавать-то мир он должен. Еще у нас новая фишка. Вообще говорят, это классно для развития детей, для моторного именно развития. Это вот катать их в одеялке. У нас Кокон очень мягкий, он кайфует. Тут сейчас был такой смех, видимо, просто камеру увидел. Да, вот так, ножичек, пожалуйста, обратно. И вот так, поехали. Вот здесь я делаю немножко такое торможение. И идем дальше. Ну что, отработал, все, еду домой, что-то сегодня такой день на работе, чуть-чуть подустал, хочу просто поваляться, поболтать чуть-чуть с Ленчиком, с Верусикой и лечь пораньше спать. Как-то так сегодня. Эй, танцор! Кто там? Упс, срыгнул. О, господи, как? Это моя мечта пойти на концерт зверей, ну блин! Ливан! Это Феррари? Нет, это Бентли. Нет, это Шевроле Круз. А меня можно сейчас... А меня Леон. Леону нравится играть на глюкофоне. Он уже умеет. Не вытягивается. Оп, папа рядом. Папа споймал. А теперь увидел телефон. Молодец, молодец. Умничка, развивай музыкальный слух. Нравится глюкофон? Умничка. А ему все папину нравится. Ой. Удалился. Чего воздуха что-то много набрал? Подожди, я тебе получше положу. Поровней, давай. Эй, музыкант. Маленький музыкант. У нас сегодня такой музыкально-световой вечер. Леончик с Вероникой на диване сидят, их не видно, правда? Леончик реально уже тоже сидит с Верусикой, и вот поиграли на глюкофоне чуть-чуть, Леончику понравилось. А сейчас любуемся звездами, как в космосе прям. Пойдем-ка? Да, сейчас.